Михалкова раскрыла свой секрет. Старшая дочь Никиты Михалкова всегда была девушкой фактурной, но теперь от былых рубенсовских форм не осталось и следа. Всего за полгода актриса сбросила 15 килограммов. «Каждый день, независимо от погоды и настроения, я отправлялась на пробежку. Это первый секрет похудения», – улыбается Анна. «Во-вторых, я полностью пересмотрела свое питание. И теперь после 15 часов ем только самую легкую пищу или зелень, но не более 150 граммов. Для понимания, это ровно столько, сколько может вместиться в горсть человека. Наконец, раз в неделю у меня разгрузочный день, когда я пью только воду и съедаю грейпфрут или ананас, который хорошо расщепляет жиры и способствует похудению». После таких колоссальных перемен во внешности Анну стали часто путать с ее младшей сестрой Надеждой. Кстати, именно Надя явилась главным мотиватором и двигателем Ани к похудению. И теперь они даже могут носить одежду одного размера – короткие платья, топики, обтягивающие брюки. Анна призналась, что достала из шкафа одежду своей юности, в которую уже и не мечтала влезть. Мало того, актриса уверяет, что полна решимости сбросить еще 5 килограммов и тогда уж стать королевой красоты.